Устанавливаем рабочий вес, с которым обычно делаем 10 повторений. Это примерно 70-75% от одноповторного максимума. И приседаем 20 повторений. На режиме вдоха начинаем приседать. Проходим половину амплитуды. Главная трудность – задерживаем дыхание, которое находится в этот момент под весом штанги. Грудная клетка не может подняться, что существенно затрудняет вздох, и приходится силой трапеции и межреберных мышц поднимать грудную клетку.